как вы будете объяснять там тому же самому продавцу, что вы хотите там, допустим, суп с креветками, а не какую-то картошку с мясом? Вот как вы ему объясните, не зная французского языка или хотя бы английского? Достар, я вынужден попрощаться. У меня дети спать ложатся. Как-то все в рифму даже, да? Да-да-да. Я бы не хотел, ребята, чтобы ты уходил. Ребята, я всем хочу сказать, да, давайте будем людьми, да, давайте будем друг друга любить, уважать. Но при этом запомните, все, кто живет в Казахстане или кто знает казах, казахи проснулись. Мы теперь будем говорить на казахском языке, хоть с кем. Мы не будем смотреть на ваш цвет, глаз, волос. Мы будем приходить в магазины, говорить на казахском языке. В случае отказа от предоставления информации будем вызывать полицию, и все. Все, вы уже нас никто не переубедите. Поэтому я всем желаю спокойной ночи, счастья, здоровья, любви.